Поэтому посетители смогут пообщаться с фигуристами. Сразу минимум 4, вот сколько там было вращений доски, друзья. Как я и говорил, я более считать не берусь, потому что с каждым проведенным соревнованием Федерации самокатного спорта уровень самоката растет просто невероятными шагами, просто какой-то геометрической прогрессии и количество трюков даже в такой категории, как любители, которые вроде бы как любительски занимаются этим видом спорта, уже прям очень большими трудами поддается исчисление, остается только лишь наблюдать и восторгаться, и, конечно, сопереживать о том, все-таки, насколько у ребят все это стабильно. Ой, еще одно неприятное падение, но, сами понимаете, друзья, давай, 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 Андрюх, подумаешь, приземлился, кувырочек дал, нормально все, дабл тейл рефлэк, и, похоже, отправляет пока отдыхать еще братчик до кучи, и это лишь сигнал о том, что с ним все прекрасно.